Всем привет, с вами Тхи Волк из Плейнг. И это вторая часть по Волдекрафту, как я буду выращивать маленькую лисичку Рика. И сегодня мы с вами дойдем до 15 уровня, а также постараемся, ну, вырастить и начать с вами, так сказать, продвигаться. И, возможно, в следующем ролике, когда он выйдет. Давайте лучше начнем. Не буду болтать. Ну, для начала, да, небольшой рундур по дому. Так, здесь у нас можно посидеть. Здесь у нас курик потоптаться. Здесь у нас ключ, на котором можно поставить диванчик такой, на этом. Кабак, на который поджать. Короче, это не самое важное. Самое важное то, что мы сегодня будем прокачиваться с вами, продолжать. Ну что, ребят, давайте погнали. Итак, через 9 минут у нас только будет задание, поэтому надо нам детенышу приносить еду. Так что давайте начнем с мелкого. Так, лисичку я вроде не могу. Если не ошибаюсь, то да, лису я не могу приносить. Да, я не могу. Так, сожалею. Ладно, давайте съедим одного кролика. Так, а потом одного отнесем. И одного отнесем. Давайте относим. Кусим мы сюда. Так, давайте посмотрим, когда у нас уже. Наконец-то. Ну ладно, кусим. Пойдемте, так сказать, с вами охотиться. Ну, мне надо. Тоже прокачаться надо, но как-то, блин, так, ну если я, скорость важна, здоровье важно, но лучше силу. Пока. Ну что, давайте пойдем охотиться всяких зверушек. Давай. Так давайте бегать не будем. Главное, чтобы он не потерялся. Лучше медляк. Давай, ползи. Давай, иди сюда, кушай. Все для тебя только, сынок. Ой, дочка. Дочка. Все для тебя только, доченька. Блин, это прикольно. Сейчас посмотрим, короче. 29%. Так, пойдемте. Куда еще можно пойти? Чтобы добыть его, давайте летим кабаном. Все следуем за мной. Надеюсь, он добежит? Нет. Один. Кусь. Все. Один укус сделали. Так, еще там два риса. Ты скушал все? Вот
Пойдем на тех лисов. Чё? Чё собаки-то? А, вот он. Я уже потеряла его, так сказать. А то он вообще где-то там. Далеко-далеко. Давай кушать-то быстрее. А, все, схавала. Схавала. Рика. Рик, Рико. Будет потом пара Рик и Рико. Подрастет. Он же скоро драться тоже сможет. Нормально, так-то нормально. Давай, ешь, давай, ешь. Доедай, доедай, давай. Доедай, я сказала. По 77. Чё тебе еще дать-то, я даже не знаю. Когда кабана убили, этих убили. Кролик. Ой, белка, белка, белка. Поет. Да где наш малыш? Малыш! Кушай. Мамка специально принесла. Кушай, ей сказали. Молодец. Блин, чем тебе еще угодить-то? А мне? Фух, третий этап. Теперь я могу за него играть, но не могу на него орать. Да ладно, чуть-чуть, я что, орать буду на своего ребенка? Не, конечно. Хотя, да ладно, шучу, я же не такая вилочка. Так, ешь давай. Я уж сама поем, сколебалась. Ешь давай. Ешь. 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 Все, молодец, съел. Ну что, ребят, давайте продолжим бивать. Малыш, надеюсь, все будет кушать. Кушай давай. Так. Где белка? А. Чего-нибудь такого жесткого надо. Ты-то слабый, блин. Чего-нибудь посильнее-то есть? Вдалеке нормально, так что давайте. Давайте. Подождем. Смотри. Твою дочку. Блин, что-то все. Путаю, мальчик, девочка.
Простите, лисы, но так надо. Молодец. Молодец. Настя Кейс, у меня для тебя вопрос. Что? Как вылечить понос? Вау, это сложный вопрос. Давайте убьем вот этого кабана, кобякова. Кобяков, не быкуй, не быкуй. Ты не быка. Критическая атака, да, критическая атака, я знаю. На Кобякова. Не, ну Кобяков вообще офигел, что сделаю. Так. Рико. Рико уже? Девочка Рико. Рико. Рико и будет мальчик Рик. Креп, конечно, вот это будет Рик. А до следующих детенышей у нас будут... Там этих, как их там назвать, огонек и вода. Итак, сейчас надо домой прокачаться. Нам надо с вами прокачаться еще. Почему у меня есть вопрос? Я играю за Луну. Но почему-то меня Солнце уже на 16 уровне ждет. Какого фига? Не понять. Почему? Давай же бежите, давайте быстрее. Времени нет. Сам даже перекушу. Ой, я сама перекушу даже. Я же за Луну играю. Да, я за Луну. Да, вот ты не ешь, а. Ест как черепаха. Ну, я понимаю, пиписька еще маленький. Какая разница вообще? Вот. Так, куча белок, это очень хорошо. Давайте. Пока дают. Боже, еще ждать надо, пока он поест. О, квест как раз нам. Ну, вы с вами дали. Ждем, когда 15 уровень будет, чтобы наконец-таки с вами закончить. И, наверное, завтра ждать следующую часть. О, на задание с вами. О, клевер. Давай, следующий задание будет сопутствующий. Так, ладно. Так. Откройте 3 сундука. Ну, смотря сколько денег получишь. Кстати, мне кажется, Луна очень красивая, потому что голубые глаза, такой цвет подходит ей. Костюмчик.
Потом у нас идет солнце. Солнце, конечно, не прям, но желтые глаза, желтые костюмы и такой цвет подходит. Следующее, потом, ну кто у нас там? Рико, девочка. Рико. Оранжевые глазки. Оранжевая сама. Оранжевый костюмчик. Вообще красотка. Красотка просто. Панель больше не могу. Вот это я обожаю. Когда тебя позвали на день рождения, тот самый ты. Прикольный, конечно. Тот самый ты, когда ты думаешь, что родитель что-то тебя прячет. Тот самый ты. Мило, конечно. Очень прикольно. Мне такие очень позы нравятся, но... Окей, давайте дальше. Так. О, три лисы. Ну, мы их убили уже. Ничего себе, 5 кабанов надо убить. Они жирные? Такой вопрос, 4 оленей? 4 оленей еще просто. Просто интересно, а что так кабанов-то много? Кобякова? Почему так много кобякова? Зачем так столько кобякова? Кобяков? Почему? Лады, не будем сюда много внимания на это обращать. Мы что, будем просто охотиться. Ой, кушай. Окей, я пойду. Я думаю, что схаваю, ты не против? Рико, ты не против? Вроде не должна. Я же мамочка. А с мамочкой не должна. Лис. Ого, их, кстати, столько появилось здесь. О, Рико готов подрасти. Ник. Да, пусть будет Нику, наверное. Ник. А то, блин, я реально путаю имя. Пусть будет Ник. Нико. Ника, девочка Ника. А вот. Вырасти! Все, наконец-то! И думаю, можно забить, хотя нет. Убьем пацана кабанчика. Я, наверное, закончу вот этот квест, выполню и буду, наверное, заканчивать. Потому что только в следующем видео, наверное, я продолжу играть. Ну а пока я заканчиваю квест. Можно, в принципе, поставить лайк, подписаться. Да, я это хоть когда-то начал просить, потому что... Хотя, ладно, если не хотите, не надо. Но я просто говорю, как лучше бы было мне и вам. Мне было бы приятно, а вам всего лишь клик. Знаю, это байт на лайки, на подписки, но...
Вам жалко нажать на какую-то маленькую кнопочку, и как будто вам что-то... Ладно, подписывайтесь не обязательно, но хотя бы лайк поставить можно, потому что подписка, знаю, может, вам мой канал не нужен, в общем, я это не протестую, я просто говорю, что можете не подписываться. Но вот лайк-то вам... Нет, ни плохо, ни хорошо от этого не станет, но зато мне будет зато очень приятно. Прошу вас, пожалуйста, поставьте лайк, и если по желанию хотите, можете подписаться. Я вас не заставляю. Ну ладно, давайте перейдем к игре, отвлечемся от жизни. Так, нам осталось бить всего лишь 3 оленей. Думаю, это должно быть просто. И мы закончим на этом видео. Что-то я, по крайней мере, никого не вижу. Только кабана. Карбонар. Ладно. Когда я закончу это видео, я, наверное, завтра сниму продолжение, возможно. И потом, возможно, выложу, то есть, куча всяких этих видео. Завтра уже сниму часть. Потому что у меня куча накопилось видео, которые я так и не выгрузила. И, знаете, просто очень много, очень много. Из-за этого мне надо их всех выгрузить, чтобы из памяти удалить, потом снова начинать снимать для вас интересные, возможно, для вас ролики. Так, мы убили с вами. И остался последний, да, для окончания. Капец. Чуть-чуть совсем осталось. Всего лишь одного оленя. Нам надо найти. Вот ты ж бог. Будет интересненько. Ну, давайте попутешествуем, что ли. Так. Я не вижу препятствий. О, там еще и этот громадный чебупель. Кстати, можно, конечно, пойти к громадному чебупелю. Конечно, прихлопнуть его напоследок. Я с этим соглашусь, почему бы нет. Ну вот. Давайте завершить. Давай, прошу тебя. Награды. А, в наградах учились. А, я думал, в наградах что-то получилось. К сожалению, нет. Ну, кстати, можно, конечно, попробовать быкануть. О, можно же бесплатно его упасть. Можно же, короче, быкануть. Сейчас посмотрим. У него, значит, я беру самого слабого. Бегу к этому чебупелю. Если, блин, у него энергии мало. А я не смогу тогда. Мне энергии не хватит. Так, играет. 126. Да, лучше тогда я буду за него играть. Да не, буду играть лучше за нее. У него сила больше. Поэтому давайте я буду играть за Луну. Так. Чебупель. Блин, я камеру не включила! Стопы! Подождите! Нет, подожди, стоять! Пауза! Я тупанула, я камеру фиксированную не поставила. Вот теперь... Спасите. Ой, сколько мне сейчас бежать придется? 100 тысяч, наверное, лет. А дайте получше. Я одного понять не могу. А львенок отдыхает? О! Ой.
шишает. Это вот все плохо. Мне энергии-то не хватит. Вот уже есть другая моя сводная сестра. Когда она в 23-м уровне, в 20-м уровне, я не могла ее бить с волками, да, они были прокачаны у меня здесь. И если я его убью с лиф, не сильно прокачаны, я не знаю, что это. Мне осталось всего лишь 600. Ну понятно, что у меня энергия-то кончается. Я не смогу его так убить. Придется убегать с него. Пока эти. Потихоньку восстанавливаем. Пожалуйста, давай побыстрее. Хотя бы 50, пожалуйста, восполни, прошу тебя. 60, прошу. 70, 70. 80, 80. Давайте, давайте. Все. Сейчас победим, короче, его даже тогда. Бан. Все, мы его убили. Только 2000 монет нам дали, вот что плохо. Что так мало? Или так и должны за него давать? Я даже не помню. Но даже не с прокачанными сильно лисами мы победили. Давайте откроем даже один сундучок. Так, ну вот, мы получили. Ух ты, мистическая одежда. Хорошо, хорошо, так. И все на этом. Сейчас мы кролика убьем. До конца. Идем домой. Ребята, вы были на канале Тхи Волк Is Playing. С вами был Волк, Лисичка Луна, Лис Солнце, Лисичка Пердоля Нико, Божья коровка Симба, Божья коровка по имени Ли. Вы были в семье лисов. И в следующей части мы с вами доживем до 23 уровня, возможно, 22, короче, до 20. И там мы победим другого, возможно, босса. Всех люблю, всем удачи, всем пока-пока.